Шнирсона. Тысяча книг и документов, некоторые 16 века. В годы Первой мировой семья Шнирсонов сама передала святыни на хранение в Москву. Затем национализация. С начала перестройки американские хасиды начали добиваться возвращения книг. А буквально месяц назад американский суд принял решение наложить на Россию ежедневный штраф 50 000 долларов за отказ перестройки.